Вступление Казахстана в ВТО открывает большие возможности для развития отечественного предпринимательства, уверены эксперты из Уральска. О плюсах участия в организации и о том, как работать в новых условиях, они рассказали на встрече с местными бизнесменами. В регионе участниками внешнеэкономической деятельности являются свыше 120 предприятий. Экспортируются в основном углеводородное сырье, стройматериалы, продукция машиностроительных компаний, продовольственные товары. Большой перечень и импортируемых товаров. Бизнесменам необходимо четкое знание ставок и пошлин как ВТО, так и ЕАЭС, поскольку товары, ввозимые по ставкам ВТО, не должны экспортироваться в страны Таможенного союза. Предприниматели смогли получить ответы на целый ряд актуальных вопросов, связанных с таможенными и налоговыми процедурами. У нас в рамках вступления появился перечень изъятия товаров. То есть перечень товаров изъятия, это почти 4000 товаров, по которым будут занижены таможенные ставки. Это позволит нашим предприятиям, те, которые хотят обновить свои основные средства, оборудование, то для них это уже будет удобнее. Во вторую очередь, это, конечно же, удобнее будет потребителям, так как по некоторым товарам будет уже, соответственно, снижена цена. Радует, в общем, что наша республика вообще в общем вступила в ВТО. Надеюсь, что будут более широкие горизонты для проведения внешнеэкономической деятельности. Мы, как крупная компания, возлагаем большие надежды на вход, на выход на другие рынки.